опять тренинги. Здравствуйте. Сегодня мы решили узнать мнение парней о том, как лучше всего подкатить к девушке. Серьезный вопрос. Я не знаю, ну, комплимент ей сделать. Потом пригласить куда-нибудь, букет роз подать. Уверенно, четко и быстро. Да. Хорошо. Девушке подкатить? Да. Быть самим собой. Просто подойти и сказать привет. Даже что здесь слушать, спросить буду. Извините. Привет. Я не знаю, что, как подойти. Не-не-не-не-не. Надо прям серьезно. Улыбнуться. Подкатить девушке? Ну, я думаю, что на велосипеде, либо на машине подкатить. Хорошо, спасибо. Подкатить же не подойти. Правильно. Я даже не знаю. Не знаю, не подкатывал никогда. Понятно. Ну, понять не имею, у меня нет девушки. Ну, в клубе, наверное. А вы как считаете? А я не знаю. Ну, а если подумать? Там спросить, как дела. Студенты технического университета. Да, ты нам знаешь, что за вопрос. Ладно. Сделайте ей комплимент. Не знаю, может и ты. А еще? Пригласить в кино. Ну, хорошо. Ну как, ты снимаешь, да? Прям на видео. Что? Лучше не подкатывать. Не, ну я думаю, нужно сказать правду. Сложно сказать, я уже женат, поэтому что-нибудь приятный комплимент. Да, правда, такой приятный комплимент. Вот вы красивая девушка, вот можно к вам подкатить? Нет, ну вы серьезно красивая девушка. Спасибо большое. Спасибо. Не знаю, просто подойти и сказать привет, давай познакомимся. Сложно сказать, я уже женат, поэтому... Ну, у меня жена есть, мне не нужно подкатывать никому. Извините. Знаю, внешне понравится, как хорошо. Одеться хорошо, прилично. Джинсики, туфли, рубашечка, все. Океаны для тебя, цветочные поляны.